Всем привет! Продолжаем смотреть на наши мосты моего города, города Санкт-Петербурга, Обуховский мост. Автодорожный мост через Фонтанку в центральном районе Санкт-Петербурга, соединяющий Спасские и Безымянные острова, один из старейших мостов города, объект культурного наследия регионального значения. Расположен по оси Московского проспекта, рядом с мостом расположен Петербургский государственный университет путей сообщения, дворец Юсуповых, Садовая улица. Выше по течению находится Горский мост, ниже Измайловск, ближайшие станции метрополитена Садовая, Сенная площадь и Спасск. 20 августа 1739 года комиссия о Санкт-Петербургском строении установила для моста наименование Саарский, по Саарской перспективе, как тогда именовался проспект. Однако фактически это наименование не употреблялось. В 1750 году появляется название Обухов мост по фамилии строившего его посадского человека Обухова. В 1761 году появился современный вариант наименования. Первый деревянный мост через Фонтанку в створе современного Московского проспекта был построен в 1717-м. Мост имел посередине поперечную щель шириной 70 сантиметров, предназначенную для прохода мачтовых судов. Днем эту щель закладывали досками. В 1738-м переправа была перестроена. В 1785-м был построен новый каменный мост, один из семи типовых каменных трехпролетных мостов через Фонтан. К концу 1930-х годов возникла необходимость перестройки моста, так и его ширина, не достигавшая 16,5 метров, ограничила движение по Международному проспекту шириной 30. В результате мост трехпролетный, со сплошными двухшарнирными сводами, параболическое очертание. Снаружи пролетное строение и опоры облицованы гранитными плитами. Ширина моста между перилами равна 38,1 метра, ширина проезжей части 24,6, тротуаров по 3 метра. Покрытие тротуаров гранитные плиты, проезжей части асфальтобетон. В качестве перильных ограждений установлены сплошные гранитные парапеты. На устоях установлены гранитные обелиски круглыми стеклянными фонарями на кронштейне. Вот так вкратце про Обуховский мост. Автодорожный мост через Фонтанку в центральном районе Санкт-Петербурга. Я пользовался данными Википедии. Все, всем пока, всем привет, смотрим. Пока-пока, до свидания.